Уважаемые минчане и гости столицы, дорогие друзья, поздравляю участников рождественского международного турнира любителей хоккея, участников соревнований «Золотая шайба» и наших активных болельщиков с началом нового спортивного года. Для Беларуси, страны-хозяйки вторых европейских игр, он будет особенным, насыщенным яркими событиями предстоящих летних состязаний. А сегодня открываем рождественский турнир. Первый матч мы провели 15 лет назад, дав старт доброй традиции. И с каждым годом география участников турнира расширяется. Желающих приехать в Беларусь становится все больше. И чтобы никого из наших друзей не обидеть, в этот раз нам даже пришлось изменить формат соревнований. В турнире примут участие уже не 8, а 12 команд. На минский лед выйдут хоккеисты из балканских государств, Германии, Китайской Народной Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Словакии, Финляндии, Чехии, Швейцарии. Более того, даже Международная Федерация в этом году собрала команду, чтобы включиться в борьбу за главный приз нашего турнира. Этот турнир уникальный. Он наглядно демонстрирует, что спорт объединяет народы, несмотря на политические кризисы и разногласия. Но главное, минский лед собирает настоящих мужчин, преданных хоккею не только, сильных духом, телом, а также искренне желающих сделать мир лучше. Огромное вам спасибо за отзывчивость, доброе внимательное отношение к нашим детям, воспитанникам детских домов. Вы вселяете в этих ребятишек веру в людей, помогаете им почувствовать себя нужными, по-настоящему счастливыми. И, конечно, своим примером вы даете правильный ориентир, прививаете интерес к здоровому образу жизни, любовь к большому спорту. Не случайно в финал республиканских соревнований «Золотая шайба» стал спутником турнира любителей хоккея. И это еще одна хорошая традиция. Дорогие друзья, позвольте от всей души поздравить всех участников соревнований, любителей спорта с Новым годом и светлыми рождественскими праздниками. Спортсменам прежде всего желаю показать захватывающую и результативную игру. 15-й рождественский международный турнир и 23-й республиканские соревнования «Золотая шайба» на призы президента Беларуси объявляю открытыми.